В первую очередь я хочу сказать, что это был очень сложный сезон. Много игр, как в единой лиге ВТБ, так и в национальной лиге. В казахстанском чемпионате у нас было по две игры каждую неделю. Некоторые игроки играют и за национальную сборную. Например, Ергали и Жигулин сыграли больше 100 игр за сезон. Нам повезло, что они не травмировались. Это мой первый сезон в Астане. Как мне сказал менеджмент команды, мы провели лучший сезон в истории клуба, так как мы выиграли Национальную лигу Казахстана, и у нас рекордное для клуба количество побед в единой лиге ВТБ. Хочу поздравить всех людей, которые работают в клубе, всех наших игроков, так как они смогли сделать это. Надеюсь, что наш успех будет способствовать тому, что будет как можно больше болельщиков в зале. Надеюсь, что баскетбол будет становиться все более и более популярным видом спорта в Казахстане. Будем объективными. Команда «Химок» была намного сильнее. Их игроки соответствуют мировому элитному уровню. Да, наши игроки сражались. Но не нужно забывать, что скамейка запасных у «Химок» была длиннее. Они выиграли. Но у них больше бюджета, больше опыта. Наши игроки проявили свой характер. На мой взгляд, этот сезон мы провели столь успешно не за счет тактических моментов, а благодаря воле к победе спортсменов. Челленджем была каждая игра. Мы старались тщательно подготовиться к каждой игре в единой лиге ВТБ. Но опять же, при этом играть две игры в национальном чемпионате. Плюс благодаря правильной методологии тренировок мы смогли проводить ротацию среди игроков, чтобы каждый из них был максимально продуктивен. Наверное, это и был наиболее сложный челлендж в сезоне. Это мой 14-й сезон в качестве главного тренера. У меня есть немало чемпионских титулов, за плечами несколько финалов, серии плей-офф. Я не могу сказать, что этот был самый сложный. Однако могу отметить, что этот сезон останется в моем сердце. Я бы хотел остаться, но это комплексный вопрос, который зависит от многих вещей. Хочет ли быть клуб более амбициозным? Хотят ли они двигаться дальше? Потому что мне самому хотелось бы идти вперед, стремиться к более высоким вершинам, результатам. Поднимать результаты баскетбола в стране. Если мы сойдемся на этих вещах, то я и моя семья будем счастливы остаться здесь. Это командный вид спорта. В клубе, в котором я работаю, интересы команды превыше всего. Эта победа для всех болельщиков Астаны была создана всеми нами вместе. Я желаю, чтобы как можно больше людей осознали, какой вклад в развитие баскетбола вносят эти ребята. Надеюсь, что как можно больше людей оценят красоту этой игры. Хочу, чтобы как можно больше людей приходили на наши игры, чтобы они увидели сами дух игры, чтобы они прочувствовали, как хороша она. Мечтаю, чтобы в следующем сезоне трибуны были полными. Мы довольны этим сезоном. Мы провели очень хороший сезон в Лиге ВТБ. Мы побили рекорд команды за всю историю. Мы выиграли 15 матчей. Вошли в плей-офф 6-го места. И, в принципе, это был самый удачный сезон Астаны. Мы также оставили чемпионство за собой. Кубок Казахстана мы также оставили в Астане. И я считаю, что этот сезон действительно прошел очень удачно. Были, конечно, микротравмы, но таких основных, серьезных, очень хорошо, что не было, потому что была проведена очень хорошая работа из тренерского состава, из докторского состава. Поэтому нам действительно повезло, что никто не выбыл из ротации. Из команды. Игры были, ну да, сложноваты именно из-за того, что, например, последняя игра, мы промазали очень много именно открытых бросков, именно своих открытых бросков, и поэтому разница как бы была небольшая. Но мы были уверены, что мы выиграем, и мы очередной раз доказали, что Астана – это лучший клуб в стране. Да, этот сезон выдался тяжелый. Но, как говорится, мы изначально и подготавливались к этому сезону. Да, я и сам первый год в Астане, и пришел новый тренер, да, я почувствовал очень сильные изменения. Тренер дал очень много всего нашей команде. Например, дисциплины, во-вторых, дал хорошую тактику, хорошее нападение, хорошая защита. И это, ну, дало нам хорошую энергию каждого игрока противника. Разбирал персонально он. В этом сезоне хватило уверенности, настроя. На каждую игру был боевой настрой, и всегда мы бились до последнего. Каждый раз перед каждой игрой просто ты понимаешь, что надо биться до конца и выкладываешься на все 100%. Улучшилось, ну, думаю, все улучшилось. От броска до защиты. Да, родные видят, родные всегда поддерживают, смотрят, следят за играми. Вот. I'm happy, man. You happy? Lit.